Мы окаменели, потрясенные жесткими словами. Все это походило на бред, на немыслимый, жуткий кошмар. Мы должны хоть что-нибудь сделать. Они гонят нас, как скот на бойню. А мы так боимся, что даже не пытаемся сопротивляться. Недалеко от того места, где мы стояли, из рва залетало в небо жадное пламя. Там что-то жгли. К краю подъехал грузовик и вывалил в яму свой груз. Это были дети, мертвые дети, трупы маленьких детей. Я видел их собственными глазами. Дети, объятые огнем. Я судорожно ущипнул себя за щеку. Что это, сон или явь? Я жив или уже умер? Здесь сжигают мужчин, женщин и детей. А мир молчит. Thank you.
Я видел впоследствии много казней через повешение, и ни один из приговоренных не плакал. Иссохшие от голода и горя люди забыли соленый вкус слез. Но одно исключение все-таки было. Речь идет об одном подростке, обслуживавшем капу. Его звали Пепеле. Мальчик 12 лет с тонким и невероятно красивым лицом. Когда в Буне взорвали электрическую подстанцию, за дело взялось гестапо. В блоке, где жил этот мальчик, нашли тайник с оружием. Маленький Пипель был посажен в лагерный карцер. Его мучили, но он молчал. Эсэсовцы приговорили к смерти его и еще двух заключенных, у которых нашли оружие. Мы вернулись с работы и увидели на плацу три черные виселицы. Перекличка. Вокруг нас эсэсовцы, на вышках пулеметчики. Все как всегда. Трое скованных цепями узников. Один из них – мальчик Пипель, ангел с печальными глазами. Эсэсовцы выглядели более озабоченными, чем обычно, даже встревоженными. Не так-то просто повесить ребенка на глазах у тысячи свидетелей. Комендант лагеря зачитал приговор. Взгляды всех, кто стоял на плацу, был прикован к осужденному. Он был смертельно бледен и почти спокоен, только губы кусал. Тень виселицы закрыла его полностью.
Meh.